Итак, всем привет, дорогие граждане подписчики. Сегодня стримим патч 9.14. Начнем, пожалуй, с какого-нибудь танка полегче, пошустрее. Я даже не знаю. Давайте с 13.90. Вот. Это как бы потом будет всего записи на YouTube. Можете спокойно себе посмотреть. Также послушаем новые звуки. Я думаю, пробовать переворачиваться я не буду, потому что, ну, мне как бы жалко свою статистику и также жалко своих тиммейтов. Это плохо так поступать. Посмотрим, как это в рандоме будет. Вот там завелся. Ну, звучит все это неплохо. Что-то новенькое, по крайней мере. Это прогазовка у них идет такая, да? Еще не тестил, надо, по-моему, звук поменьше сделать, потому что я сам себя даже не слышу. Так, применить. Ну, самый раз. Даже, конечно же, можно было еще потише сделать. Так, нет, давайте займем горочку, попытаемся подсвечивать. Даже какую-нибудь новую позицию занять. Ну, там мы не влезем, я думаю. Надеюсь, по нам сейчас простреливать не начнут. Я все-таки сделаю звук еще чуть потише. Так вот, примерно. Я думаю, хватит. Так и хочется, знаете, куда-то влезть, смотреть. Но нет. Ну, что я могу сказать по первым ощущениям? Танк как-то, не знаю, ездить в 1390 стал немного помедленнее. Все-таки поворачиваться помедленнее стал. Хотя я смотрел на официальном канале разработчиков, что это как бы оно не влияет. Оно как бы как и было, так и есть. Это чисто визуальный эффект. Так, у нас слева проблема, но там вафля будет накидывать. Туриона нашего уже разобрали. Я так никого и не просветил тут. Но уезжать отсюда как-то не хочется пока что. Еще потише сделаю. Так вот. В самый раз. 907, 430. Ну, я их не пробью в лоб, надо голду залежать. Так что я думаю? Надо залежать. У Афентрадера уже как раз барабан закончился. Ой, он уже тут на пол хп насосал, даже больше. Помогать ему. Нашим. Так, давай-ка, родники, я тебя объеду. Наших выжимают. Это очень плохо. Попробовать пробить бы тут. Кого и не видно. Я, чувак, я тебе мешать не собираюсь. Ты не подумай. Я просто хочу так встать, чтобы самому не отхватить и чтобы... Так, а ты куда сваливаешь? Слышь, приятель? Десятую я, наверное, не пробью, тем более там за камнем стоит. Ну, это стоялово, типичное стоялово World of Tanks. Да, они там добавили новые звуки, новую физику. Там какие-то танки в HD перерисовали. Вот лица 6-го слышал, сделали там вообще красивым. Надо будет на него посмотреть. Вот. Но как-то так и не переделали. Как было стоялово, так и есть. Говорят, вроде там Францию сделали. Надо будет чекнуть это. Потому что сами знаете, из-за каких событий
как-то Францию отложили пока на неопределенный срок. Вроде как она должна была в этом патче выйти. Я извиняюсь. Одну секундочку. Так, забыл выключить. Все, отлично. Что, буду стоять на подсвете хотя бы. Больше пользы будет. Не, этого мы так не пробьем. Это же голдой. Ой. Да, в нищему постараться попасть. Сейчас голду растрачу. Ой-ой-ой. Ясно. Поиграл я, короче. Отлично. Пока 907 отвлекает, я смогу отъехать, хотя бы кдшнуться, потому что, ну, блин, один снаряд, конечно, хорошо, но... Так хорошо. Как все его снаряды. 6 штук. И сейчас еще эти вылезут. Блин, я шотный. Что мне тут делать? Там особо не повылазишь. А вот этого можно будет постараться выцепить. Ну вот пробьем ББХами, если он так будет бортом всовываться. Так, и сделаем мы это по-особому. Ой, вафля, блядь, что ты делаешь? Потом посмотрю его статистику. Сделаю выводы. Но я уже сделал выводы. Че, он тонул там? Красавельчик. Ну че, поеду с 907-м? Блин, два смертника шотных. Там 261 объект. Не знаю. Это, в принципе, октан. И сложно должна быть ее убить. У меня наводчик контужен. Ладно, уж починю. Какой-то новый звук тоже. Использование аптечки. Интересно. Да, когда пытались залезть на коху, было видно, что сделали физику. Так, ну, прикольно, конечно же. Так, а вот ручник, ручник. Как использовать ручник? Надо будет глянуть в опциях. Всем тут конец боя уже. Так, управление. Установка для выстрела. Это типа ручник, да? Круиз-контроль. Давайте, я не знаю, на X. Нет. Все нужное. П. Че, попробуем? Разгонимся, если нам дадут. Ясно, понятно. И то это. Тьфу ты. Зарядить кассету. Ладно, я так понимаю, чуть попозже опробуем. Вообще, надо было посмотреть на строчку, как это все сделать. Желательно. Ха-ха, на первом месте. Ладно, не на первом. Ну, в целом, нормальный бой. Победный и хорошо. Так, что я хотел еще посмотреть? Е25 может выкатать, как считаете? Сейчас, одну секунду. Гляну Twitch-канал. Так, дропы, дропы. Дропов 0. Дропов 0 и отлично. О, давайте. Давайте на КВ-шечке второй проедусь. Хотя это и тяж, но все равно. Я хочу просто послушать звук этой пушки. Которая разносит все. Пух и прах.
поедем в любом случае направо, там понакидываем фугасиков. Кому надо. Налево ехать особо смысла. Ну, может, конечно, и есть. Может, там КУИС будет, Е25. Е25 будет либо на Е9, либо, может, куда-нибудь туда в С1. Может, вообще на центре будет. Ему тут, в принципе, везде хорошо. Так, а налево у нас Хелкат из... В принципе, нормально еще. Нормальное распределение. Так, КВшечка третья. Еще больше никто направо не поедет. Ну, ИС. Ну, ИС, походу, будут кемпедрыщить. А она нам придется, походу, тяжко там. Тяжко придется, если они там все гурьбой поедут и еще решат гарашить. Все-таки нажму-ка я F7. Блин, ребят, может далеко не высовываться. Блин, ну что там это ИС засело? Давай сюда. Езжай. Может, там нахрен не нужен. Поможешь хоть. О, забыл, кстати, статистику этого финдрайера посмотреть. Да пофиг. После боя, если не забуду, смотрю обязательно. Звучание приятное такого у двигателя. Тихо, тихо, тихо. Дай-ка я ему пропишу таблетку. Ну, в принципе, как я все и говорил. КВ-3 танкует. Красавец. ИС тоже решил подъехать. Вот это то, что КВ-3 наш отхватил, это вообще нехорошо. Так, 3 секунды. Не знаю, звук такой, знаете, немного приглушен, надо, по-моему, его изменить немного. Так, я жив. Пока жив ИС. А они его, блин, сейчас разберут. Надо хоть кого-нибудь добрать. 85-й едет еще на помощь. Это есть хорошо. Хотя бы так. Сойдет. Если ИС сейчас доберет ФВ, то все будет супер. Еще бы Октата здесь помогала нам. То что-то она вообще накидывать не хочет. Вон ИС первый стоит. Ну, не... ну да, ИС первый, в принципе, получается. Открытой местности и... Его почему-то не летят чемоданы. Как это принято в танках. Приятель, тебе сейчас вообще высовываться противопоказано. Ну все, остался ФВ. ФВ я могу добрать. Что тебе ИС? Ну теперь тебя мне точно добрать надо. А, это сушка по мне еще. Скотина, а? Ладно. А ИСа еще накрыло сплэшем. Мы здесь хорошо размансили. Честно, я думал, что нам пиздец тут будет. Если они сейчас продавили бы, то это было бы жестко. Они бы этого ИСа разобрали бы, но я не знаю, очень быстро. Ну, что бы я успел? Сделать один там шот, ну, может быть, два там, если бы скатился бы налево. Все. Так, не, ребят. Самые крепкие. А, здесь крепких уже нету. И самые крепкие, получается. Давай-ка, приятель. Мне повезло. Но это было, можно сказать, свертухи. С такой, знаете, доброй дедовской вертухи. Все. Готов. Умель. Вот ты где. Хрень. Неплохой бой, я считаю. Вообще неплохой.
Я думаю, наши все-таки их победят, если они там разнесут слева. Такая гляну, что там Хелка делает. Ну, я думаю, must have. Постой, ты разбирай его. Все у тебя нормально. Дитермакс попробуй. Черт. Приятель, сам виноват. Это еще не топовый. Чувак, я тебя горчу, ты пробьешь только Дитермакса. И то в борт. Такой пушкой. У тебя, походу, еще двигателя нету и гусениц. Что так едешь. Так, ладно, что у нас с 150-кой? Куда поехать, налево или направо? Налево или направо? Чё же делать? Ясно, короче, дурачок какой-то. Не знаю, не знаю, посмотрим, что будет. Ну, я свой дамаг отбил, я как бы молодец. Хорошо сыграл, надо снять тройной. Чем бы снять? На 50 соточки, что ли? Никогда на ней не катался. Хороший танчик. Всем рекомендую. Перки потом вкачаю как-нибудь. Ногтей я не хочу. О! Точно. Спасибо, что напомнили. Так, надо почитать еще комменты. Комменты. Так. Twitch. Комментов, к сожалению, не прибавилось. Хотелось бы. Чё, давайте нагнем, кого увидим. Да ладно, членов экипажа можно пересадить. Или высадить казарму. Серьезно? А то я вкачал, блин, 10 уровень и не знаю этого. Ладно, это ж понятное дело, что всем выскакивается. В новой карте кто-нибудь будь был? Не будь. Еще пока не был приятель, вот хочу попасть. Чтобы это хотя бы видео было. Давайте, знаете что? Звук. Ладно, я хотел звук стрельбы как бы побольше поставить, но это спецэффекты. Фига себе, меня даже сдвинул немного. Эффекты. Так вот. Ну теперь просто стрельба будет так получше звучать. Смотрим. Ребята, что это с вами? Или это у меня? Вроде пинг 30. ФПС тоже нормальный. Чё оно лагает? Подожди, а потери кадров у меня нету? Сейчас я заценю это. Потери кадров 0. Стой, приятель. Так, аж промагал я момент, мог его пробить спокойно. Нижний листок на штуку ему там сунуть. Вот было бы ему приятно. Да ёперный театр, какая нахрен неприятная ситуация. Ну еще и бачат под гестов выскочил. А ты меня куда говно пробила? Ладно, бачат, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Никак? Хотя бы тебе вкусно сделаю. Сейчас, приятель, перезаряжусь. Ты подожди немного. В принципе, уже можно вылазить. Да, блядь, куда ты, сука, летишь? Лучше бы этому всадил бы уже в задницу.
и свалил. Мечтай. Тебя 44-ка добрала уже. Ну хрен же его так пробью. Ты чё, окта что ли по мне влупила так вкусно и больно? Не, не думаю. Что-то посолиднее было. Веха тоже не могла. Не, окта, я думаю. Точно окта. Член окта. Да! Гусеница! Гусеница сбита, движение невозможно. Называется, блин. По-моему, это называется гусеница сбита, продолжение играть в эту, блин, игру невозможно. Ладно, приятель. Давай. Так, ну свои хп я уже точно отбил. Этих убили. Еще там батчат, так, то есть. Я смотрю, что справа. Т-57. Ну, я думаю, пока помощь не нужна, нужно поехать попробовать затанковать. Сначала вот этих там, может, кому-нибудь еще кинуть на штуку, и можно будет возвращаться, если они там сами справляться не будут. А что это тут у нас Е101 воюет? Блин, пойми с кем, кстати. Не, пока дальше не поеду. Хотя можно было. Слушайте, давайте-ка этих накажем. Говорится, двух зайцев одним выстрелом, да? Нет, давайте вот так вот через центр поедем. Там мы как раз сможем зажать Е7 и Т110 Е5. На! Сука, пробил же все равно. Блин, он в принципе мог в гусеницу пробить. Вот это у меня открыто. Да он мне и так пробил бы, господи. Гребаная инба. Т-110 Е5. Ну а то, чтобы бронированный стал. Хотя бы что-нибудь понерфили, пушку хотя бы. Сам уничтожился. Жарта сам уничтожается. Это действительно смысл ей. Давай, вафля, 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 давай, 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 молодец, красава. Все, остался лишь один. Кто там, объект, что ли? Да, 140-й остался. Неплохо. Тоже неплохой бой. Попасть на Францию, конечно же. ПВ-2 поражения. Да как так, а? Что ж вы без рути это делаете? Кто здесь самый без рути? Ну, Джексон, ну чё ты, блин, так подводишь-то, а? Ис. Да как вы посливались, господи! Ужас. Нету слов просто. Злости на них не хватает. Так, ладно, давайте. Нет, на этом я не могу, потому что еще там в бою. Я сколько пересажу? Как бой закончится? Так, а из техник. Что я могу? На ФВ этой. Но я не хочу на ней особо играть. На И, что ли? В гасиках так. Эти субмарин. Снаряд называется. А, ну я не хочу тратить свободный опыт. Что, давайте еще раз на 90-ке. Я пока заценю, что там в стриме. То есть, то, что написал. Ах, никто ничего не пишет. Ладно. Никому, походу, не интересно новый патч 9.14. Т-149 я хочу. Надо начать уже его как-то прокачивать, что ли, эту ветку.
А то поигрываю, знаете, чисто на статистику. Процент побед поднимаю. Так. Дропов 0. Все окей. Че, поедем на горочку тогда? Что нам еще остается? Будем пытаться высвечивать, кого-нибудь накидывать. Ну да. Надо, надо, надо. Надо поскорее ехать. Бачат решил просто в раж. Просто в раж Бачат решил. Охрененно. Сейчас у нас будет минус 10. ДЦПшник. Просто нахрен тупой ДЦПшник. Боже. Еще 50 б слились. Так, ладно, пока те подъедут, надо откадешься успеть. Написать в чат, может, что-нибудь обидное. Так, че? Даун. Пять секунд, надеюсь, он не исчезнет из-за света. Ай. Сука. Это я так... Блин, не, пробью. 49-й. Опять же спускаться оттуда, ехать. Светить. Т-54 игрушка не шотная. Можно! Можно! Можно и так поступить. Так, надо как-нибудь, не знаю, тут. Чтоб самому не насосать. Просто если они обойдут ВКшку Е75, это будет очень плохо. Они стопудово туда поехали. Чё, даунёнок, давай. Сука, жопа хитрая. Так, теперь я здесь сам по себе. 50 б мне тут не хватало. Ладно, один выстрел есть, хорошо. Игрушку убили, тоже отлично. Теперь надо отыграться с Т-54-кой. Отлично, игрались. Понятно, за мостом.
Очень оперативно они его убили. С обоих сторон. Я так и не посмотрел статистику Офентрайдера. Точно, спасибо, что напомнили. Так. Нормально, тройной опыт. Чё там? Посмотри статистику. Статистику, статистику. Где она там? Еще бачата того статистику хочу посмотреть. 51. 52 тысячи боев, господи. Чувак, как так? Так, бачат. 50% и так поехать слиться? Зачем? Почему? Ну этот еще понятно, почему он слился, блин, с 402. О боже. Попадаются такие даунята. Давайте на Е25 выкатаемся. Голду мне, к сожалению, нету. Внешний вид я так разукрашу, смотрю. Сейчас что-то новое. Ну, по-моему, в предыдущем патче так и было. Слышал. Так, подожди. 7 дней. Беленький. Что там еще можно? Красивше. Не знаю, мне это понравилось. Конечно, прикольно, но мне вот это больше нравится. 52 штуки. Как? Эмблему никакие не буду вешать, нафига мне это сдалось. Ну-ка, сейчас давай на Е25 прокачусь. Разнесу тут немного. Кого-нибудь. Тундра. Давненько на ней не играл, кстати. Даже не знаю, вот туда поставить, но там... По центру не вариант. Самих ПТ-шек дофига. Налево. Не знаю, но там я много хп могу потерять. Налево вообще не вариант мне. Ладно. Как хотите. То есть прикольно смотрится раскраска. Все-таки есть у меня вкус, да? Как бы тут так встать, чтобы было хорошо. Конечно же, лучше было бы, если здесь какой-нибудь куст стоял бы. Пуста здесь, к сожалению, нету. А, там имеешь в виду. Ну, можно было бы, можно было бы. 12-тонник. Что ты можешь предложить? Ничего. Вот, езжай отсюда. Понятно. Я так понимаю, можно врываться, да? Так что нам мешает это сделать? Вообще ничего. Мешает только Black Prince. Да пошел ты нахер, блядь. Суки. Как мне, блядь, с наводчиком таким стрелять? Да ну тебя нахер. Пиздец. Поиграл, короче. Вообще бой ни о чем.
Сначала этот даун подпёр, блядь. ПВ ебало мне еще там. Злой, короче, я злой. Не, не хочу на этих топах играть. Что же на где понакидывать? Не. Это не путь джедая, как говорится, да? Тяжелый выбор. Давайте на ФВХе. Хотя оно и такая, знаете, не особо мне нравится. О, еще попало к девяткам. Вообще классно. Самый сок. То, что я мечтал. Ну, снимаем тройной, можно сказать так. Если не посмотрел, какой у меня там экипаж сидит. Ну, ну пофиг вообще. Если честно. Уже не выйдешь и не изменишь ничего. Что я сделаю, блин, против Е-75-го, Т-10-го с пушкой с пробоем 171, блин. Голде, блин, 239. Ну, блин, еще можно, конечно, но... Извиняюсь. Заставляют меня стрелять голдой. Просто тупо заставляют. Ничего не могу с этим поделать. Заряжу голду. Кого? Не, вот смотри, что-то едет там. Прототипе. Так это что-то не очень видно. А тебя? Вот ты вот хорошо едешь, ты знаешь, как ездить надо. Не, подожди, ты забыл, походу, как ездить надо, да? Не, ясно. Ну, не хочу просто голду тратить. И наверняка стрелять. Да попадешь ты сегодня или нет, блин, пушка? Пьяным британским наводчиком, блин. Не, хрен тут один. Даже высовываться не буду. Ах, обожаю. Чё там у нас? 54 разменялся. Это плохо, девятка на восьмерку. Не знаю, я, блин, медленно, я поехал бы, конечно, попробовал там. Меня просто разберут очень быстро. Хотя, если там только один Т-28, пока они не успели опомниться. Чё, Т-54, что ли, поедет? Хрен с ним, блин. Все равно от меня тут пользы. Если даже они поедут, там кого я пробью. Вот, 54-очка разрешила за мной подтянуться. Нормально. Пока они не успели опомниться, нужно действовать. Да-да. Все, скатываюсь. Нормально доехал, можно чинить бочка. Можно даже голду зарядить. Шикарно. Вот только непонятно мне, почему Т-54 так насасывает. За счет чего?
А, как-то шлюха, ясно. Этот самый лючок попросит пробить. А, ты 28-го уже, по-моему, переделывали. Точно. Ну, по-моему, крышу залатали. Сколько я знаю. Нормально. Все, насосал, приятель. Сейчас как бы я не насосал по второму кругу. Блять, ну этого я хрен проб... Да, 5 наводчика! Охренеть просто! Извините, у меня второй аптечки нету, не вожу. Не, конечно, можно было бы голдову купить. А, она восстанавливает, по-моему, все они. Нельзя так. Да, хер там. Хер там плавал. Поеду через центр. Вот так вот, шух. Да, опасно, рискованно. Но, блин, ну что я тут сделаю, опять же. Вот если бы я, наверное, не поехал, так бы и было бы стоялого. А так мы тут нормально продавили. 110-ка они подъезжают. Мы уже, считайте, у их базы. Это уже, можно сказать, путь к победе. Попробую объехать этого хорошего человека на Т-32, который второй раз сделал мне приятное. Так, ну этим пока пофиг. Да? Вот парк был бы здесь полезен, я бы хотя бы видел, какая частота у этих людей. Выезжать мне так не выезжать, я бы уже знал заранее. Ладно. Кто не рискует, как говорится. Да пошел ты нахер! Животное. У них там арта, что ли, там, я не знаю, с прицелом от Ванги, что ли, играет, там во все попадает. Наверное, просто хороший игрок. Ладно. У нас, по крайней мере, преимущество на этом фланге. Пока что, извиняюсь. Если что-то там бодаются. Ай, бодаются. Вроде нормально получается еще. СТПР еще нормально танкует. Вот Лёвик, конечно, как аутист. Чего он здесь пытается? Ну, я не знаю. Хорошо было бы там, где ВЗ-120 встать. По хорошему счету. Так, мне интересно, что там бывший ИС-8 делает. Т-10. Сыться. Картки так прикольно звучат, так тук-тук-тук. Слышали, короче. Звук брони они сделали реально неплохое, вот что-то картки как-то. Ну, не знаю. Может так реалистично. Может так реалистично, а в этом не особо про. Да, надо эту шлюху найти. Но она, скорее всего, в квадрате А2, А3, я думаю, там. Она бы уже съехала просто. Вот где она. Оно. Давай, прихлопни. Ёперный театр. Чувак, да сводись ты нормально уже. Чё ты стреляешь? Ёперный театр. Все с тобой понятно. Наших разобрали там. Там шотные остались справа, в принципе. Чувак, тебе за тот сарай бы, конечно же, встать было бы идеально. Но ты решил пойти по пути джедая, решил поехать к ихней базе. А вот ИС, да, вот. Рушка пускай защищает, которая уже не стала. ИС еще не топовый, ёперный. Ну как он будет сейчас с Т-10 воевать? Ты мне скажи. Стал в центре поля. Здесь спрятаться даже негде. Ты хотя бы видишь его. По-моему, ты его вообще не видишь. Как этот бедный ИС еще живой, я не понимаю. Чё Т-10 сыться его?
Не, ну это слив однозначно. Т-10, что он боится этого ИСа? Его, короче, право. Ладно. Взвод приглашает. Ну нет, это не путь джедая. Что еще я хотел выкатать? Семку. Тянет меня сегодня, тянет просто. Так, давайте я на КВшке второй не снял. Двойной опыт, тройной опыт, извиняюсь. В топе. Поедем налево. Поедем налево. Попадаемся там. Лёб в лёб. Кузяблик. Ку-ку. Кузяблик. Правда, ничего не лагает. Дропов 0. Смотрю, картинка тоже стабильная. Все, можно. Можно играть. Ладно, фугасы залежу. Потом посмотрим, если там мягкие будут танки, то можно будет и голдой так шарахнуть хорошо. 700-800 там кому-нибудь зайдет хорошо. Я вот не понимаю, почему вот, блин, эти, в принципе, едут еще помедленнее. Четверка, Шкода вот так вот рвутся. Прям они должны быть справа вообще-то. Нахрена они сюда поехали стяжами? Чтобы слиться? Я посмотрю, как сейчас Т3 четверка будет бодаться с ОИшкой. Если только реально будут мешать. Треть, четвертый уровень вы точно разнесете, я вас верю. Так вот, КВ-2 это уже по мою душу. Молодец! Хороший мальчик. Сейчас можно было бы и голду зарядить. А, на следующем снарядом. Лучше бы я его подбил, потому что он меня сейчас садил бы тут на пол хп. Хорошо так. Так, нет, никакую голду. Ой, едет. Ёперный театр, чувак, кого ты пропустил? Твою ж налево. Даунёнок. На 410. Можете благодарить. Чувак, убьешь его ты или я? Решай сам. Я понял. Братишка, я понял. Все. КВ-хи вторые тащат. Все, нужно защищать базу, я считаю.
Ну, Арта, ты давай это там, не хулигань. Я хулиганов не люблю. Что пробить не можешь нормально. Т-82. Ну ты меня еще пробей, да? Сука! Ну Чафи, ну ты хотя бы, блин, подсвети! Ясно, они пока лишили отвлечься на Арту. Это хорошо, я считаю. Пускай станет как не так, чтобы просвечивать базу, на все остальное похрен. Единственное, что плохо, то, что я под Артой стою. Главное не светиться тут. Бля, чувак, ты слиться решил поехать? Мне что встать, чтобы просто просвечивать? Господи! Какое же ты дно! Повезло. А теремки-то у меня нету. Я даже не знаю, как это мне так заехать, чтобы... У меня там чафик светит сзади. А я его нет. Надо закамушть этим, может, как-то. Блять, меня же сейчас уничтожит. Ясно, это там уже... базы. Не, сваливаю однозначно. Мне тут просто тупо нехер делать. Эти захватывать не будут. Ясно. Просто тупо ясно. А ты куда? Путешествие далеко собрался? Я думал, что ты нормальный чувак, блин. Ты, оказывается, нормальный слепой чувак. У тебя близорукость, походу. Ты миникарту вообще не используешь. Нахрена ты поехал? Вот, если бы ты поехал бы через центр, я понимаю, он было бы вообще отлично. А так я второй бой уже не могу выиграть. Господи, что там? 1, 2, 3 поражения. 1, 2, 3, 4 поражения. Ясно все. Сегодня танки заполнены всеми разновидностями игроков. Включая полнейших оленей на топах. Заканчивая нормальными пацанами, но почему-то не в моей команде. И очень много артиллеристов, которые решили насрать душу всем. Вообще надо из игры убирать просто нафиг эту Арту и все. Ладно, я думаю, этого хватит для первого взгляда патча 9.14. Особо мы тут, конечно, не переворачивались. Вот. В целом играть, ну, поприятнее, что ли, стало. Может, это в каких-то местах можно будет использовать. Звуки тоже приятными стали. Но это, блин, это не меняет основных проблем игры, я скажу так. Потому что баланса, как говорится, нету, хотя по уровням. То есть, там... Плохой игрок, хороший игрок, там, чтобы как-то вот совмещали там в топах, допустим. Два нормальных пацана, там, один какой-нибудь такой средний игрок, там, плохие игроки, там, где-то снизу, там, что-то катаются, что-то высматривают. Чтобы от них, как говорится, ну, польза, в принципе, была, но не такая, что там, получается, у них хорошие игроки в топе, во вражеской команде, а у нас хорошие игроки, там, где-то снизу, там, на 5-6 уровнях, а у них там на 8-х, там. Ну, это, я считаю, это неправильно. Ладно. Посмотрим, как будет все это дело развиваться. Надеюсь, все-таки они это сделают. Нормально сделают. И сделают уровень для танков плюс 1, там, не плюс 3, не плюс 2, там. Будет действительно приятно теперь играть в эту игру. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Все, я думаю, можно на этом заканчивать стрим. Буду выкладывать его на YouTube. Всем пока.